Я сама неотвратимость. Увидеть. О, опа! Ты видела, ты видела, блин! Да! Давай, давай, на счет три. Раз, два, три. Всем привет, друзья. Лана, скажи, пожалуйста, у тебя ухо не чешется, а то как-то Кеша решил тебе его почесать. Ульян, уши у меня выше, а здесь у меня такие псевдоуши, которые должны быть у людей, но он не дотягивается, по-моему, до моего настоящего. Ульян, ты просто попрыгай, тогда он точно ухо почешет. Вот. Да, вот так, хорошо. А левее, можно чуть-чуть левее? Ёша, как твоя булка? Вот ей не очень приятно, честно говоря, я так... как-нибудь. А, нет, так тоже будет колюченько. Вот так. Вот лучше так. Чтобы просто показывал свою любовь и заботу. Ну, Ульян, мы же сюда пришли не чтобы друг другу уши чесать. Ну, да. Мы собрались совсем по другому поводу. Мало кто знает, что я очень люблю Мстителей и, в принципе, вселенную Марвел. Вот. И что я заметила? Я вам сейчас расскажу. Вот она, перчатка бесконечности. Она стоит 30 робоксов, и мне очень-очень хочется испробовать, что она вообще делает и зачем она здесь нужна. Слушай, я думаю, что все-таки наши фантазии воплощаются в жизнь, и вот то, о чем мы говорили, что типа было бы прикольно, если бы можно было мешать друг другу, вот оно воплощается в жизнь. Давайте, наверное, пойдем на общий и посмотрим вообще на это все дело. О, да. Ой-ой-ой, подождите, смотрите, этот уровень очень похож на секретку из обычного тавара. Ой, правда. Правда, у нас хвостиков нету, это очень обидно. Слушай, правда похож, только он покороче немножко. Ну, да, весьма. Так, получается, здесь тоже бывают секретки какие-то. Которые украли у обычного тавара. Да. Ой, Ева, это Спайк мстит за ухо Ланы? Не знаю даже. Ну, слушай, давай покупай быстрее перчатку, и ты будешь мстить всем. Так, да-да-да. Но мы еще не знаем, как это все дело работает, поэтому давай, может, я тоже захочу себе ее купить, покупай. Да, может быть, это просто обычный предмет, было бы очень обидно. Ну все, я покупаю. Ну-ка, к чему это вас привело снова ко мне, Ульян? А ну-ка. Я сама неотвратимость. Господи, это то, о чем я мечтал в таборе, ребят, это просто супер. Мне так нравится сидеть. Ева, ты в порядке, ты чего села? Так, я ухожу. Я уже на оранжевом уровне, вы там что хотите, то и делаете, все, пока. Ульян, куда пошел? Ульян, пойдем, я знаю, чем мы сегодня займемся, как говорили в очень классном мультфильме. Так вот, давай-ка догоним Лану и объясним ей, что такое перчатка бесконечности. Скорее. Интересно, ребят, я не хочу знать, мне совсем не любопытно, ни капельки. Да ладно, ты просто еще не знаешь, что ты хочешь это узнать, давай. Нет, так никто ничего не видел. У меня пломбир не сработал. Нет. Так, подождите, а где Лана, стоп. Лана упала, Лана, я вижу. Нет, Лана, никто не видел. Подожди, ну Лана, куда, ну как ты вообще идешь? Нет, ну ты куда? Помоги, ох, что? Я, кажется, я попала. Куда она улетела? Ну-ка. На! Ульян, я ее добил. Ёши, а у тебя-то откуда эта штука? Ульян, ты видишь? Вау! О, Ёши, спасибо, а ты закинул меня почти на самый верх, а можно еще раз? Нет! Ну-ка, стой. Ульян, а давай раз на раз, выходи, давай, на тебе, давай. Ты без предупреждения меня просто... упасил, ты что, я сейчас приду. Я почему-то я села. Ладно, давай немножко Лану туда попинаем. Ульян, а давай поиграем Ланой в волейбол. Лана, давай. Лана, давай, стой. Нет, пожалуйста. Давай, теперь твоя очередь, Ульян, давай. Стреляй в мою сторону, давай. Бегу. Ого! Где она? Подожди, куда она? Куда она полетела? Вы меня на светяшку кинули. Ульян, можно мне так же? Да, странное предложение, хорошо. Так, подожди, теперь я, ну-ка. Опа! Ева просто упала на голову. Ева, так ты гимнастка получается? Ульяна, посмотри. Ева закопалась в таборе, по-моему. Слушайте, а мне нравится очень. Слушайте, это знаете, когда кто-то мешает записывать, типа, ты стоишь там, пытаешься записать начало, и просто вот такая штука жизненно необходимая, я считаю. Слушайте, а меня-то за прости, что? Прости, Ульян, ты под горячую руку попал, я не собирался даже. Я согласна с тобой на все 100%, а ты меня взял и просто бабац, красиво, вот получай. Я просто, смотри, сел и сижу, зачем он это делает, как говорится. Ну-ка, давай.
Ульяна, там Ева, по-моему, застряла. Ой, да, помогите, ой, пожалуйста. Уже давайте порядке, ее это ляпнем сильно, чтобы она отстряла. Давай с двух сторон. Давай, на счет три. Раз, два, три. Подожди, давай еще раз. Давай. В 1.35. Ага, хорошо. 36 и 35. Давай ее. Купим ее. Ребят, не получается. Боже мой, что происходит? Да, ну, Ева, ты что там застряла? Тебе понравилось на голове стоять? Я не могу ничего сделать. Слушай, по-моему, я... О, подожди, смотрите, она реально на голове стоит теперь. Мне рикошетом попало. Ну, это уже хотя бы что-то, на самом деле. О! О, ура! О, ура, все, теперь можно спокойно пинать остальных, не знаю. А можете допнуть меня доверху? Вы почти меня на самый верх подкинули. Давай, сейчас. Не, нет, не получается. Давай-ка вот снизу, пожалуйста. Давай, Ульян, хорошо, помоги, снизу, подсади, так снизу. Пожалуйста. Так, давай попробую. Не-не-не, еще разок. Когда... Да зачем меня-то, Ёши? Это Лана попросила пульнуть. Да, надо, чтобы я лежала. Я вот уже... Давай, Лана, давай. Давай, я, лети. На самом деле, не увидела, что Лана куда-то улетела. А можно меня с этого уровня? Вот тут, по идее, по прямой, вот так я должна долететь доверху. Так, о, отличная идея, слушай, я даже об этом не подумал. Ну-ка, давайте. Так, Ульян, поднимайся. Я сейчас еще раз Лану запустила, и все, иду. Так, Ульян, ну что, давай. Запускай. Только смотри наверх. Не, вот смотри, в эту сторону смотри. Давай, в эту сторону, скорее, где я. Тавр скоро кончится. Да, а вот все, давай, все, нажимай, давай, на Еву. Ну, давай, сильнее. А теперь и тебя, сейчас, подожди. А теперь тебя, меня? Давай. И Лану, ой, и всех. Слабовато. И вот еще и девочку. Можно фото, можно ляпнуть тебя, вот что можно. Так, ребят, кажется, у вас больше нет ваших перчаточек, да? Нет, да. Они пропали, блин. А что это случилось? Ну, это просто тавр вредный, не хочет, чтобы мы пользовались постоянно этой перчаткой бесконечности. Ну, ничего, у меня робоксов достаточно. Я буквально недавно их покупала, поэтому все в порядке. Я сейчас куплю еще один раз, так что не беспокойтесь. А ну-ка, секундочку, это я куплю, только мне сначала надо задонатить, потому что у меня... Нет денег, как всегда, в роботе. Слушайте, а я залезу наверх и буду просто смотреть, достоин ли человек дойти до верха. Если нет, то я, может быть, буду карать его. Ладно, такого не будет, потому что я сам до верха не дойду. Я пока тут всех разбросаю по таврам. Месть! Получилось! Ну хорошо, иди сюда, хорошо, сейчас, вот так-то. Там драчки намечаются, я правильно понимаю? Ага. Кажется, мы ударили друг друга в один момент. А скажите, пожалуйста, что дает это сердечко? Антисветяшка, это антисветяшка. Серьезно? Да. Круто. Так, кажется, надо... проходить скорее. У нас прям какие-то гладиаторские бои получаются, слушай. Да, на полном серьезе. Тут такое поле просто... круглое. Слушайте, а с этой перчаткой довольно сложно проходить, она немножко... Ну да, она перевешивает. Как будто отвлекает, да. Серьезно? Я не заметил этого. Ой, Ёша, а можно я тебе стукну? И ну ты давай, станешь давай. Фиолетовый в крапинку. В крапинку? Если фиолетовый в крапинку, это шикарно. По-моему, это идеальный цвет как раз для меня. Можно еще раз, пожалуйста? Хорошо. Так, я пришел, сейчас, вот сюда, вот здесь. Вот тут меня ляпните, пожалуйста, если вам не сложно. Пожалуйста. Ой, а нет, не а попало еще? Немножечко. По ногам. А, так, подожди, по нет, пяткам. Так не работает. Ух ты! Улетел! Подожди, было очень близко. Я думал то, что ты меня все-таки запнешь прямо вот на следующий уровень. Так, давай. Давай еще раз попробуем. На следующий уровень, а почему так недалеко? Я думала, прям до конца тавера. Не получится. О, вот смотри, вот ну почти. Блина. Я не успеваю заметить, я бью и просто не успеваю заметить, куда вы улетаете. Так, давай. Так, я вот так вот попробую увидеть. Ого! Попала! Ты видела, блин! Да! Круто это работает. Так, все, давай проходить. А то там уже все прошли. Так, хватит меня бить. Да, ладно! Ты не хочешь, чтобы я прошел? Никто не пройдет. Я уже прошла, и у меня третье место. А я пойду по другой стороне. Нет! Вот, правильно, обогнули. Аккуратненько обогнули. Да вообще? Ой, слушайте, а эта штука, даже если ударить в прыжке, по-моему, она тебя тоже подкидывает. Серьезно? Ой, тут девочка написала, о, господи. Ты ее просто сейчас пнула немножко. И я понимаю ее чувства, потому что я сама попала под раздачу, когда ты ее била, и, в общем, это не очень приятно. О,
Извините, но зато я заработала 200 монет. Тем, что поднялась, жалко, что на сбрасывании игроков с тавра вы ничего не зарабатываете, да. Ну да, было бы классно. Так, я думаю, в следующем раунде мы просто обязаны купить все улучшения, которые есть, чтобы загладить вину перед ребятами, которые попали под раздачу. Да, это точно. То есть перчатки мы больше не покупаем? Тогда я пошла всех скидывать. Так, давайте сюда, сюда все, вот давайте, Ставра, уходите, отлично. Кто еще сюда подойдет? Тут дождь просто из ребят, так что у вас есть возможность пойти и немножечко себе, Ульяну, надо подходить, подходить. Давайте я подсажу отсюда. Извини, немножко не в ту сторону, но я старалась. Получайте. Слушайте, одна девочка от меня ускользнула, а так сама потом свалилась, видимо, от страха. Ладно, ладно, а ты можешь выкинуть перчатку или нет? Так, секунду, Ульян, Ульян, стой. А у тебя есть тоже перчатка, да, ладно? У меня есть, да. Ёши, я кидаю. Не, не могу. Не можешь? Ну, окей. Я пытаюсь, но она просто убирается, а потом она появляется снова, и можно кого-нибудь еще пристукнуть. Кстати, а вы замечали, что она полностью заменяет руку? Да. Да? Да, да, я буквально вот только что заметила на тебе. Ой, не видела. Выглядит даже немножко жутковато. Ну да, такая металлическая штука из плеча торчит как-то не очень, конечно. Так, ну, в общем, я думаю, что сейчас стоит уже купить что-нибудь приятненькое и хорошенькое. Я, пожалуй, куплю иммунитет, иными словами, антисветяшку, и что еще тут есть интересненькое? Ну, low gravity, понятное дело. Подожди, подожди, мне оставь что-нибудь. Это не я купил low gravity. Это я купила еще. Вон. Нет, low gravity не я брала, честное слово. Я взяла night mod и быстрый спаун. А сердечко тогда кто купил? Ты же, нет? Нет, я не успел. Я взяла только high speed, я не успела ничего купить. Блин, а короче, все купили за нас. Нет, ну мы, получается, по одному купили. Я low gravity точно купил. Я даже не успела ничего посмотреть. А я думаю, ребят, что... то можно, не знаю, купить еще смерть всем на сервере, например. Господи, о, боже мой. Это что, по-твоему, хорошее или как? Ну, как бы мы все равно не можем дойти, там кто-то явно уже побеждает, поэтому почему бы и нет? Может, не надо? Вот это пакость, вот это пакость, ладно. Это вот так вот мы решили извиниться перед ребятами, которых недавно вот выпасили перчаткой бесконечности, да? Ну ладно, ладно, хорошо, не буду покупать, в другой раз обязательно куплю. Там уровень мешает. Его не очень неприятно, мне тоже не очень нравится этот уровень. Подождите, вы про какой? Серенький. А, я про розовенький. Да нет, ничего не мешает, я прошел. Нет, я упала! Так, тут нет никакого полета случайно, а? Я упала. Кстати, ребят, тут внизу есть такие штуки, где можно за какие-то заслуги получить нимб, но это очень долго. Нужно умереть 5000 раз или выиграть 250 раз, потратить 100 тысяч монет или поиграть 50 часов. Ого. Я думаю, я заработаю на смертях. Ну, Ева, сейчас на смертях не удастся заработать, потому что у нас антисветяшка, ты можешь просто стоять и ресетиться, только не знаю, зачтется это тебе или нет. Ну, я думаю, нет. Слушайте, ребята, я тут поняла только что, что я немножко проголодалась и вспомнила, что забыла вам рассказать. Что? Я, значит, недавно захожу в магазин, чтобы купить разные там продуктики. Вот, и в отделе там, где сухие завтраки, я нахожу, знаете что? Знаете что? Что? Завтрак с единорогом. Он прям разноцветный. Там даже на обложке единорожка. Это очень красиво и вкусно. Я уже попробовала, я одобряю. Да, да. Так это реклама единорожьих завтраков. А ты после этого становишься немножко единорогом? Ой, даже не знаю. Ну, наверное, да, я же как бы радужка, он радужный, да что ж такое? Опять не могу пройти, ужасное место. Ну, еще я хочу сказать, что сейчас даже можно просыпаться с удовольствием. То есть, как вы обычно просыпаетесь утром, когда встаете часов в 8, когда вам нужно куда-то идти, и вы такие просто, ну, я не хочу, еще нужно приготовить себе что-нибудь позавтракать. Но в моем случае я просто встаю и понимаю, что меня ждет на завтрак, и очень-очень-очень хорошо себя чувствую. Я думаю, что ты становишься единорогом в том случае, если у тебя есть кигуруми единорога, такое, как у Ульяны, например. Ты такой надеваешь его, да. И вот тогда возможно. Так, ребята, тем временем на ставр меняется, и давайте открываем магазин, расчехляем покупки и скорее-скорее покупаем всякие штуки, чтобы никто не успел. Давайте. Так, я не успела. Так, ночь, я успела, мне кажется, две купить. Кто время тупорил?
Зачем? Подожди, а разве это считается ускорением времени? Да, да. Мне кажется, это я. Мне кажется, по-моему, это я. Оно идет точно так же, как и шло. Нет, оно идет быстрее в два раза. Серьезно? Леша, посмотри на секунды. Нет, я считаю нормально. 34, 33, 32, 31. Ну да, мне тоже нормально. Нет, Леша, оно идет быстрее. Быстрее идет Леша. В смысле? Почему? А почему у меня не идет быстрее? Мне тоже. Ребят, какие-то проблемки именно у вас наблюдаются. Не знаю, ну просто я когда покупала это время, я думала дополнительное, и я случайно ускорила, когда не надо было. Так, ребят, 2.55, и я даже не знаю, хватит ли мне времени, чтобы пройти этот тавр. Я то как-то, я до сих пор еще не прошла ни разу. Какой-то кошмар. Слушайте, я вообще разучилась. Ну, просто непривычный тавр, и, по-моему, здесь не особо удобно просто это делать. Ну, это да. Ты можешь купить себе пружинку, если она тебе помогает. Ой, я здесь никогда не пользовалась пружинкой. Я привыкла пользоваться пружинкой только в таворе, ну, в обычном таворе, поэтому... Не долетела. Ладно, хорошо. Хорошо. Пружинка? Все-таки пружинка будет? Да, сейчас все, готово. Денежка у меня есть, поэтому могу себе позволить. Сейчас как долечу. Давай, остается меньше 2 минут. Минута остается, Ёж, это двойное время. Мы сейчас будем проходить просто секундомером этот тавр, потому что, ну, это точно нужно проверить. Ну все, у меня теперь двойная ответственность. Мне кажется, это мне еще сложнее будет сейчас проходить. О, я внезапно прошла, серьезно? Серьезно? Ну, вот это да. Так, Ульяна, ну что, ты приноровилась к этому прыжку или как у тебя дела идут? Ну, пока я еду на этой платформе, вроде бы хорошо, да, пока идет нормально. Ульяна, ты забыла первое правило тавра? Какое? Так говорить нельзя. Это, да, это чревато последствиями. Я думала не говорить о тавре. Ну, хорошо, ладушки, я иду. Это тоже. А я успела, я таки успела. Ура! О, серьезно. Здорово. Ой, тут солнышко какое. Прикольно. Там можно зайти в комнату чемпионов, кстати. А, да, иду. А я уже спустилась, я тоже хочу в комнату чемпионов. Подождите. Это уже будет комната шампиньона. Дайте дойти, пожалуйста, немножко. Чуть-чуть. А, несколько секунд остается. А что у вас тут? Опа, привет. Так, ой, я не успела увидеть. Ну, ничего страшного. Так, ребят, смотрите, мы можем узнать, сколько у нас было побед, смертей и потраченных монеток. А ну-ка, где? А вот выбираете нимб, смотрите на разные нимбы. Например, фиолетовый дается за смерти. И вот можно посмотреть, у меня 6 из 5000 смертей. У меня 13. У меня 16. А как вы думаете, сколько у меня? Сколько? Так, ну-ка. 21. Ого! Ульян, так ты на пути к фиолетовому нимбу? Да. Мне кажется, еще таких пару заходов в этот тавр, и все, у меня фиолетовый нимб в кармане. Слушайте, ну хотя бы где-то будет фиолетовый нимб. Это точно. Ну что, ребят, мне очень понравилось использовать перчатку бесконечности. Я думаю, что, может быть, мы сюда еще вернемся. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. 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 Пока.